Аэропорт Мадейры, иначе известный как аэропорт Фуншала по наименованию столицы этого цветущего португальского острова, по праву можно причислить к самым экстремальным в мире. Его взлетно-посадочная полоса может быть не столь экзотична, как на острове Святого Мартина на Карибах, где благодаря низколетящим самолетам Маха-Бич стал самым популярным местным пляжем, но столь же впечатляющая. Аэропорт существует здесь с 1967 года, и долгое время был очень сложным для пилотов. Из непростого рельефа местности и близко расположенных гор, летчикам для посадки приходится сначала направлять самолет прямо на горы, а почти в последний момент резко разворачиваться и снижаться. И это еще не все особенности аэропорта Мадейры. Дело в том, что его взлетно-посадочная полоса, словно эстакада, частично нависает над морем. 180 мощных железобетонных столбов, диаметр каждого из которых 3 метра, а высота достигает 50 метров. Надежно поддерживают полосу и самолеты, приземляющиеся на нее. Это было сделано в начале 2000-х годов для увеличения длины полосы в целях безопасности и возможности принятия более крупных лайнеров. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.